Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня поговорим о печени, нашей печени. Я думаю, часто бывает так у тех, кто постоянно сидит в офисе, за столом, за работой, у школьников даже, кстати, после 40 лет, так это уже как правило, начинает болеть правым боком. А если что-то жирненькое съел, что-то давит, в общем, неуютно, неприятно. Иногда это бывает, иногда сначала, а потом чаще и чаще. А потом бывает боль в правой лопатке, в правой руке. Что это такое? Это плохо идет желчь. Нарушен отток желчи. Что же делать? Этому можно помочь. В Сибирском на здоровье есть Синхровитал 4 специально для печени. И он сделан очень-очень хорошо. Его пьют утром, печень очищается, там травки, артишок, расторопша. Прекрасно очистили печень с утра. А вечером, формула вечерняя, наоборот, питает, поддерживает печень. Вот такое средство очень помогает. Печень восстанавливается от 3 месяцев, ну, есть случаи и до 3 лет, но это алкоголь и прочее. То есть вы можете так себе помочь. И выглядеть при этом хорошо, и чувствовать хорошо, потому что, когда работает печень, отлично, хороший отток желчи идет, естественно, и кожа становится лучше, и дыхание, и все. Тут же у нас фильтр такой, знаете об этом, стоит 600 рублей. Пожалуйста, заказывайте, я скину ссылочку, обращайтесь, и все вам расскажу. Будьте здоровы!